Здравствуйте! Вы на канале «Любимая дача», Иркутский район. Меня зовут Оксана. Сегодня 19 марта. Картина у нас не очень изменилась. Сугробы, конечно, огромные. Вчера было в городе плюс 8, у нас здесь было плюс 5 градусов днем. Ночью минус 11. И снег, конечно, проседает, но в городе весна намного заметнее, чем здесь. Потому что очень много еще снега. Сейчас мы посмотрим, какая температура сейчас. Сейчас 9 утра и минус 2 градуса. Пойдемте посмотрим на участок, и я расскажу про купол для бассейна. Меня спрашивали. Все еще в снегу. У нас очень много тени, такие большие деревья, поэтому и теплица, конечно, в тени, и огород весь в тени. Я показывала, обзор участка делала, и меня спросили про наш купол для бассейна, попросили рассказать. Вот сегодня расскажу. Этот купол мы заказывали в Новосибирске. Вообще это называется купольная беседка. Я видела такие беседки, ставят, ну, где-то в парках бывает, внутри газовый обогреватель, и ставят там столики. И можно там даже зимой посидеть, там тепло. Мы заказали специально для бассейна. Раньше до этого у нас был бассейн, ну, просто открытый такой вот тентом, крышкой закрывали. Чем было неудобно? Видите, деревья, все сыпется, если ветер, хвоя летит. И этот бассейн, он был постоянно у нас грязный. Ну, грязный в каком плане, что там какие-то шишки, ветки летели туда, хвоя, растительный мусор. И от этого вода, конечно, сразу зацветает, и ее часто приходилось менять. Поэтому мы решили заказать такую купольную беседку. Она пришла в разборном виде. Это поликарбонат, но не такой, как на теплицах. Он полностью прозрачный и такой, ну, красивый. Вот эти дуги. Основание, дуги, поликарбонат. Это было все уже нарезанное, заготовленное. Мы все лето пользовались, и какие плюсы, что понравилось. В беседке, вот в этой, чисто, бассейн чистый, не летит мусор, не попадает. И, ну, покупался и закрыл. Мы сделали два входа, две двери, думали, что будет очень жарко. Ну, как в теплице там бывает, что если там все закрыто, то будет жарко. Но по опыту получилось там совсем не жарко, потому что у нас открытого такого солнца яркого нет. Оно бывает, ну, там час-два потом уходит. Из-за деревьев много тени. И вторая дверь, она, в общем-то, и не нужна. Здесь большая дверь такая, которая на три секции отъезжает, открывается. И с обратной стороны, напротив, вторая маленькая дверь, которая открывается на две секции. Ну, для проветривания так сделали. Можно было и этого не делать. А это дополнительные расходы. То есть эти двери на полозьях, ну, как у шкафа-купе, которые катаются, они стоят, конечно, намного дороже. И дверь можно было вполне сделать. Если участок солнечный и в куполе будет солнце, тогда надо две двери делать, иначе будет там жарко. А у нас дети даже когда купаются, они вообще там полностью закрываются. Там такое эхо, как, знаете, в оперном театре. То есть они там кричат, и так все. Ну, звук такой интересный получается. Им нравится, поэтому они, когда заходят в бассейн, они полностью там закрываются. Плюс никакие мухи не летят, никакие насекомые их не достают. Вода чистая и теплая. Она так не остывает, как вот просто в открытом бассейне. Хотя у нас есть водонагреватель.
Купол вообще нам очень понравился. Он и украшает как-то участок, и функции свои выполняет. Какие минусы мы увидели? Ну, первое, неправильно мы заказали дверь, вот эту. Не нужна она была, то есть это лишние потраченные деньги. Второй минус. Купольная беседка нам пришла без инструкции. Собирать было довольно трудно. Ну, то есть никакой инструкции по сборке у нее нет. Собирали так, как могли. И третий момент вот сейчас, который обнаружился, что вот эта большая дверь у нас, которая из трех секций, она слетает с полозьев. И поставить ее на место можно только зайдя в бассейн со стороны воды. Вот это неудобство, и как-то переделать теперь довольно трудно, потому что, ну, уже купол поставили там, ходить-то невозможно. Ну и будем мы переделывать или нет, я не знаю, потому что, в принципе, эта дверь-то не особо нужна. Та дверь вторая нормально работает. Ну вот так. Вообще, как бы, куполом мы довольны. Если кто-то хочет себе сделать такой, то я рекомендую. Да, это дело хорошее. В куполе тепло, в куполе чисто. Можно поставить, можно делать. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Всего доброго, до свидания.